Всем привет! Сегодня готовлю быстрые пирожки с картошкой. Легкие в приготовлении, они не займут много времени и порадуют вашу семью. Состав рецепта вы также можете посмотреть в описании под видео. Для начала приготовим опару. В миску наливаем 1 стакан теплой воды, добавляем 33 грамма сырых дрожжей, 2 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки муки. Все хорошенько перемешиваем венчиком, чтобы дрожжи разошлись и не было комочков. Поставим на 15 минут, чтобы дрожжи начали работать. Дрожжи стали пениться, можно замешивать тесто. Добавляем 2 столовые ложки растительного масла, соль, перемешиваем. Добавляем 500 грамм муки. Замешиваем тесто. Тесто нужно хорошо вымесить. Чем лучше вымесим, тем быстрее будет тесто готово к использованию. Формируем из теста колобок, складываем в мешочек. Мешочек завязываем. В миску наливаем заранее охлажденную воду в морозильной камере. Чем холоднее вода, тем лучше. Опускаем мешочек с тестом в ледяную воду и оставляем тесто на 20 минут. Ждем, пока тесто сплывет. Пока тесто готовится, приготовим начинку. Картофель очистим и поставим варить. В сковороде пожарим измельченный фарш. Мелко нарежем лук и добавим к фаршу. Немного потушим. Как лук будет готов, снимаем с огня. Отварной картофель потолкем, добавим готовый мясной фарш, молоко и перемешаем. Прошло 20 минут, тесто сплыло, можно доставать и начинать лепить пирожки. Тесто выкладываем из мешочка на стол, обваливаем в муке и разделяем на полоски. Тесто получается пористое, податливое, приятное в работе. Полоски теста разделяем на одинаковые кусочки теста. Делаем лепешку, ложим начинку, защипываем плотно края. Переворачиваем пирожок швом вниз. Опускаем пирожки на разогретую сковороду с маслом и жарим до золотистого цвета с двух сторон. Снимаем с огня и можно пить чай. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки, смотрите мои другие видео. Желаю вам приятного аппетита и хорошего настроения.